Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries и Озон. Итак, поехали. Покупочки Wildberries — это шоколад. Шоколад белорусский. Сейчас мы с вами... Да, и тебе шоколад. Откроем и посмотрим. Здесь две плитки. Была хорошая цена, 190 рублей по 200 грамм. Такой я еще не покупала, не пробовала. Открываем. Коммунарка молочный с начинкой и куки. Да, две штуки. Вот так он выглядит. В магазинах он у нас такой стоит дороже. Гораздо дороже. Со вкусом капучино элит. И кука, да, вот так выглядит. Вообще этот шоколад очень хвалят. Плиточками, да. Ну-ка, дай посмотрю. Вот такими плиточками. Написано с начинкой. Что там за начинка, правда, не знаю. Наверное, просто капучино. Такие плиточки. Сейчас попробуем, расскажем. Знаете, что-то как-то не очень. Показываю вам состав. Вкус капучино присутствует. Не в холодильнике лежал шоколад. И прям как вот замазка, пластилин по консистенции. Мне даже понравился больше, который гораздо дешевле. В магните я вам брала, показывала. Вкус капучино присутствует, он очень сладкий. Я не люблю такой шоколад. Он очень-очень приторный. Вот на мой вкус. Кому-то может быть и нормально. Поэтому нет, мне шоколад не понравился. Конечно, доедим с утра с кофе. Но у меня аж прям зубы сводит от вот этой вот сладости жуткой. Не очень. Ксюха тоже сказала, что ей вообще не понравился. Хотя дети любят любой шоколад. Ксюшка сказала, нет, ей не понравился. Еще одна покупочка Wildberries — это конструктор Кубрикс. Вот такой вот интересный. Сейчас будем с Ксюшкой распаковывать. Сейчас на празднике, у нас ужасная погода. И решили купить, чтобы девчонки занимались. У них, кстати, сейчас большие скидки. Со скидкой 60% можно взять классный конструктор вашему ребенку. Это у нас 6+, приходит вот так хорошо в пупырке. Давайте открывать. Так выглядит коробочка. Девчонки, здесь 460 деталей. Они достаточно мелкие, поэтому пометочка 6+. Это линейка Кубрикс Kids. У них новая коллекция развивашек, всяких конструкторов. Отзывы классные, поэтому даже не сомневалась. Здесь есть примеры, то есть из каждого можно собрать 12 маленьких фигурок или какую-то одну большую. А в комплекте, кстати, есть видеоинструкция. Она не только показывает, что можно собирать, какого персонажа можно сделать, но и рассказывает интересные факты о нем, поэтому ребенку еще будет очень интересно, будет развивать свою эрудицию. Давайте откроем, посмотрим. Вообще у нас конструктор из качественного АБЦ пластика сделан. Детали гладкие должны быть и твердые. Вот, смотрите. Ну, в принципе, не такие мелкие. Фриску уже в рот не берет, тоже может поиграться, что-то сделать. Вот целый набор. Еще вот эти наборы, они не только между собой совместимы, они, судя по всему, я так поняла, и в карточке товара тоже об этом написано, совместимы с Lego Classic, Lego City, так, и Education. Я такие конструкторы не знаю. Сертификат для детей есть. Детали должны держаться очень крепко. Сейчас нам Ксюшка будет рассказывать, собирать. Ну, мелко моторику, усидчивость, конечно, концентрация внимания. Так, поехали. Смотрите, инструкция. Какие бывают. Ой, нам еще мир букашек надо. Вот это Крис точно оценит. Это сейчас ее любимая тема. Смотрите, можно собрать мелкие или одну букашку крупную. Мир жучков. О, это вообще тоже супер. Царство животных. У нас классик вот такой сейчас. Еще подводный мир есть. У кого детки увлекаются. У меня она и подводный мир любит, и тотемные животные. Она мне все любит, короче говоря. Так, Ксюшка у нас уже собирает. Ты по картинке собираешь? Не знаю, что-нибудь просто пробую. Ну-ка, как сцепление, дай посмотрю. Слушайте, очень крепко держится. Вот чтобы их разъединить, нужно приложить усилия. Держится действительно крепко. Можно приобрести строительные основы. Смотрите, скульптор Кубрикс, кстати, до сих пор играют, и Крис уже играет. Ей очень нравится. Они хоть и совсем такие миленькие, но она прям с огромным удовольствием собирает картиночки. У нас вот такой вот есть. И очень хочется приобрести алмазную мозаику, какую-нибудь фоточку тоже сделать. Посмотрим. В ближайшее время, может, и приобретем. Давай попробуем собрать пингвина. Смотри, как на картинке. Что нам нужно? Желтая деталь. Вот такая, я так подозреваю. Черненькие. Беленькие, узенькие. Сейчас найдем. Тут все есть. А, это как в скульпторе у нас, да. Разъединять вот этой штучкой ей очень удобно. Или дерево. Давай дерево сделаем. Сейчас Криска проснется, мы ей покажем. Так, коричневое еще. Сейчас найдем. Вау, нравится? Да. Давай, собирай. Дерево, да? Да. Давай. Так, а как же тут низ надо сделать? Очень интересно, да? А низ мы будем делать. Сначала крепим две детальки. Вот таких? Я тебе сейчас покажу. Смотри, лучше пирамидку собрать отдельно. То есть ставь на стол 4 детальки по 3 штучки. По 3, вот такие по 3. Вот такие по три. Да, мы пирамидку соберем отдельно, и потом поставим ее на ствол. Вот видишь, справилась же, ставь дерево на ствол. Потом еще домик построим, очень интересно. Как-то вот так.
Вот такое деревце получилось. Потому, что... А ты надо посерединке воткнуть. Да, смотри. Вот тут посерединке. Одно сюда, одно сюда. На. Такая. Тогда оно будет ровненько. Вот. Ну-ка. Вот такое красивое дерево. Классный конструктор. Слушайте, вообще конструктор вещь классная. Особенно для деток развивать мелкую моторику. Супер. Понравилось? Теперь хочу дом с динозавром. Ну, красиво. Домик красивый. С окошками. Смотри, как здорово. Так мелкие вот эти детальки еще такие есть. Можно украшать что-нибудь. Вот такие вот прям совсем мелкие. Такие мы крестки точно не дадим. Да-да. Что, погнала дом строить? Дим, собираем и думаем. У нас же есть скульпторы. Скульптор, вот эти кубрикс, у нас от них большая желтая основа. Вот на ней мы и будем собирать города, да, котен? Да. Еще покупочки. Wildberries Озон. С Озоном пришла тушь. Такая же, как была в предыдущий раз. Сейчас распечатаю. Это XXL Luxe Visage. Классная, шикарная, суперская. Так, это вот такая тушь. Я пока открывать не буду. У меня в использовании еще прежняя. Сейчас покажу на глазах. Luxe Visage XXL. Очень классная. Супер объем. Действительно, супер удлинение, подкручивание, фиксация. Реснички, если у вас есть, которые выбиваются из строя, она их очень круто фиксирует. Прям рекомендую. Она у меня сейчас на глазах. Покажу тогда. Так, дальше, девчонки, заказала. Вот такие вот удлинители для бюстгальтеров, потому что у меня такой не очень удачный, нет, удачно, все классно, но не могу до сих пор Фаберлик найти себе бюстгальтеры, потому что грудь маленькая, объем большой. Я решила вот такие вот вставочки себе купить, здесь набор на два крючка разных цветов, три штуки, и на три крючка тоже три штуки разных цветов, бежевый, белый, черный. Отличненько, просто крепится, по-моему, они тоже просто на крючки, шить ничего не надо. Вот тут такая штучка тянется, сейчас распечатаем, посмотрим. Вот такие вот классные, вот тут резиночка, то есть тянутся еще хорошо, запас большой, здорово. Выполнены красиво. К любому цвету белья подойдут. Классно. Так, дальше, девчонки, заказала гель-лак Фокси. Красивый такой оттеночек, когда вдруг захочется яркого. Мне безумно понравилось работать с этими материалами. Сейчас их база и их топ очень густые, никуда не растекаются. Вообще все классно. В Дзене ролик прям оставляла, рассказывала, хвалила, понравилось. Лак Фокси 493. Это такой коралловый оттеночек. Я уже открыла, мне прям не терпелось. Он тоже очень густой, девчонки. Смотрите, вот такой вот яркий, красивый на лето. Он вообще не стекает. Он очень густой. Я думаю, будет тоже хорошо распределяться. Вот эта база у меня, господи, камуфлирующая. Каучуковая вообще распределяется прекрасно, шикарно, аккуратненько, нюдово, все супер. Так, дальше у нас с вами, девчонки, будут тени Luxe Visage. У меня закончились мои любимые оттеночки 04. Еще есть 7-й, закончился вот этот персиковый, который я вам показывала. Один из этих оттенков у меня сейчас на глазах. А это вот как раз старые, тоже скоро закончится. Это 4-й оттенок, старые. 7-й совсем закончились, очень удачные. Вот этот мне не понравился, как самостоятельный продукт. Вам камера верно передает, я сейчас засвочу все. Серый и как-то вот бледнит и делает грустными глаза. Я его использую в миксах с другими, но тоже, тем не менее, использую. Я прям, смотрю, 4-й мешала, хорошо получилось. И вот два новых оттенка пришли, не удержалась. Одним уже сегодня сделала макияж, поэтому на глазах сейчас тоже покажу. Так, достали. Вот это два новых оттенка я взяла поярче, понасыщенней. Думала, кстати, что сейчас вот этот 8-й будет похож на 4-й. Нет, на самом деле. Если вот 4-й, он действительно в какой-то вот сиреневый, что ли, оттенок. Хотя на камеру вам сейчас они очень похожи, но в жизни нет. Больше сиреневого здесь. А этот оттеночек у нас с вами 8-й. Он такой вот, ну, коричневый. Вот, коричневый, видите? Вот он такой, да. А этот... Здесь какой-то сиреневый есть подтон, который делает глаза грустными. На глазах у меня сейчас 10-й оттеночек. С ним очень... Фокус вообще не хочет. С ним очень круто можно сделать смоки. Очень красивый такой темно-коричневый цвет. Благородный оттенок. Сейчас просвочу и на глазах тоже все покажу. Смотрите, по порядку. Пока со вспышкой... снизу вверх, внизу 4-й, дальше 8-й, да, он более благородный, холодный, такой тоже можно сделать красивый макияж, нет никакого сиреневого подтона, и последний 10-й, вот этот яркий коричневый. Тени прекрасно тушуются, между собой миксуются, и нижние века, они мега стойкие, девчонки, вот их нанес с утра, с ним ничего не случится, мне кажется, даже через неделю. Просто они мега стойкие, они сейчас схватятся и все, их, хотя смываются они обычно, то есть не требуют никаких там средств для стойкого макияжа, смываются обычно, но с ними вообще ничего не делается, девчонки, вот ничего, они ни в складку не западают, но если, конечно, не переборщить, да, они не
откалываются, там не осыпаются, не размазываются, не съедает их кожа. Вот за это очень их люблю. Очень классные оттеночки. Буду миксовать вот этот вот свой четвертый с каким-нибудь еще. Будет тоже, думаю, красиво. Так, и главный момент, они на глазах буквально через 30 секунд, 1 минуту схватываются. Поэтому тушуем быстро. Особенно если вы будете пользоваться темными оттенками, границу, надо быстро-быстро берем в руки кисточку и тушуем. Либо пальчиком, либо кистью растушевываем границу. Иначе будет некрасивый, неаккуратный макияж. Итак, сейчас покажу на глазах. У меня сейчас оттенок на глазах, ну и тушь вот XXL в два слоя. Классная. Классная, классная, классная. Вообще никаких комочков, не осыпается. Ничего с ней. И на глазах 10-й оттенок. Растушеванный. Границы растушеваны. Все. Немножко прям нанесла на века. Чуть-чуть кисточкой от теней. И границу растушевала. Нижнее веко тоже подведено этим 10-м оттенком. Смотрится очень классно. Для красивого смоки миксовать блестками и так далее. Можно все, как бы не отходя от кассы. Сейчас поближе к свету к естественному подойду. Вот так вот все выглядит. Нравятся тени, прям наишикарнейшие, девчонки. Ничего с ними не случается. Вот как сидят на глазах, так и сидят. Мне кажется, вот этот 10-й оттенок, в принципе, так же, как и 8-ка, безумно подойдут синим глазам. Вот синим глазам мои глаза выделяются, даже почему-то в зелень уходят с этим оттенком. А синие глаза, мне кажется, вообще будут просто... просто очень выразительным. Присмотритесь, рекомендую. И сводчик сейчас покажу при естественном освещении. Включила вспышку, и смотрите, вот как выглядят оттенки. Все уже схватилось, никуда они не денутся. Ах, не достаду пальцев. Ну, в общем, их не сотрешь, девчонки. Поверьте на слово, беру уже не первый раз. Очень крутецкий. Можно и насыщенно сделать, можно сразу тушевать цвет. В общем, смотрите, вот так хорошо камера передает. Вот такие класснючие. Ну и на этом все. Мои хорошие ссылочки, как всегда, все в описании, в том числе и на конструктор Кубрикс. Переходите по ссылочке, заказывайте, пусть ваш досуг с детками будет еще и развивающим.